Доброе утро, уважаемые трейдеры, уважаемые друзья! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели, заключительных торгах, где мы, разумеется, фокусируемся уже на самом важном и серьезном макроэкономическом отчете этой недели – Non-Farm Payrolls, потому что нам, как ни крути, все-таки хочется еще вместе с теми трейдерами, которые делают ставку на американскую валюту, получить достаточную фундаментальную поддержку, которая сейчас необходима тем, кто все-таки цепляется за идею того, что ФРС не откажется от своей политики постепенного повышения процентных ставок. Признаюсь, то, что эта неделя оказалась очень непредсказуемой, невероятно безумной с точки зрения волатильности. Мы видим то, что происходит с финансовыми активами, мы видим, как на рынке доминируют всем известные маркетмейкеры и психология, которая традиционно является движущей силой. Это, наверное, самый главный риск, с которым приходится периодически сталкиваться, прежде всего тем, кто делает ставку на традиционный фундамент, на новости, макроэкономический анализ, потому что это то, что в моменте спрогнозировать невозможно. Такие коррективы мы будем стараться вносить, опять же, подстраиваться под изменения рыночных настроений. Хорошо, что у нас есть такой барометр, как индикатор рыночных настроений Кайман. Он сигнализирует о том, что на рынке все-таки периодически стоит опускать фундаментальную составляющую и смотреть именно на факт присутствующей перепроданности и перекупленности. В общем, будем учиться на своих ошибках, поэтому, с вашего позволения, давайте поглядывать все-таки реально на тот баланс быков и медведей, который присутствует на площадках. Это будет дополнительным подспорьем в принятии более верных, выгодных, правильных и вполне обоснованных инвестиционных решений. Сегодня начнем традиционно с наших вступительных активов, это бренд и, соответственно, динамика российской валюты. Не забывайте о том, что в ходе брифинга, ближе, может быть, к середине, либо к концу, я обозначу очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение от $300. Учитывая то, что сейчас мы имеем дело с такой повышенной волатильностью, это дополнительное подспорье, которое повысит покупательскую способность ваших депозитов, ну и, разумеется, поможет пересесть негативные тренды и снизить риски для депозитов вследствие или по причине неверно принятых инвестиционных решений. Что мы видим по бренду? Клоз вчерашнего дня 34.39. Сейчас актив торгуется в районе 34.40. Рынок явно в замешательстве, потому что даже дневки указывают нам на то, что трейдеры мечутся из повышенного, скажем, состояния спроса на энергоресурсы к тому состоянию, которое и вовсе является тем, которые отталкивают, опять же, от трейдинга всем перечнем товарных активов. Мы же метаться не должны, потому что, как я и повторяю с брифинга в брифинг, у нас есть соответствующий фундамент, у нас есть куча причин, которые указывают на то, что с дальнейшими перспективами этого актива все более-менее понятно. Потому что, в отличие от валютных активов, товарно-сырьевые инструменты все-таки более предсказуемы, особенно если удается правильно оценить ту установку в плане спроса и предложения, которые присутствуют на рынке. Что мы наблюдали в последние дни? Точнее, даже если говорить про тот чрезмерный рост буквально днем ранее, не на вчерашней торговой сессии, а до этого, мы видели то, что Brent снова вырос, прирост был около 10%. Как я отметил, в основу этого роста легли спекуляции по факту снова возможности встречи ОПЕК с представителями России, обсуждения какой-то солидарной позиции, но прекрасно понимали то, что все-таки в основу, опять же, дальнейшего трейдинга должны ложиться цифры. А цифры у нас указывали на рост запасов нефти в США по версии API, потом по данным Минэнерго США. Напоминаю, что в Кушинге они вовсе сейчас превысили 500 миллионов, что является историческим максимумом. И с такой статистикой, с таким предложением, вы должны понимать, мы планомерно начинаем приближаться к весне, периоду, который традиционно характеризуется сниженным, более низким спросом на энергоресурсы. Получается, что предложение будет дальше увеличиваться, а параллельно мы будем получать, уверен,
даже в этом не нужно сомневаться. Сигналы продолжающегося спада экономического роста и ключевых секторов китайской экономики, что будет, соответственно, сказываться на показателях спроса. Поэтому наша главная идея, именно несостыковка этих двух ключевых экономических категорий, она всегда должна оставаться основной для определения дальнейшей динамики нефти. И очень ошибочно будет полагать то, что при отсутствии серьезных факторов, да и вообще каких-либо факторов поддержки, нефть может развернуться, соответственно, пойти еще выше. Повторяю, что единственная причина, которая позволит нам отказаться от такого коррекционного настроя по нефти, это все-таки встреча, которая должна пройти, но эта встреча должна быть конструктивной. Если они просто соберутся попить кофе, это не тот прорывной фундаментальный момент, от которого мы должны отталкиваться с точки зрения длинных сделок по нефти. Должно быть фактическое решение, потому что заседание было в декабре. Ну а что толку? Квоту на прежнем уровне оставили, фактически объемы продолжают расти, и нет единой позиции, да и вообще нет никаких намеков на то, что предложение будет снижаться. Поэтому без фактического прорывного решения мы не сможем развернуться по нефти. И, к сожалению, этому активу, как бы, может быть, ему и не хотелось быть столь недооцененным, придется испытывать дополнительные трудности, ценовое давление, двигаться к более низким ценовым ориентирам. Вы знаете то, что по ряду инвестиционных банков очень пессимистичные цели для этого актива, но я считаю то, что они сопряжены с действительностью, потому что лично мое субъективное мнение предполагает, что Brent реально может снова уйти ниже $30 за баррель и нащупать уже новую поддержку, которая будет значиться в районе 25 или еще ниже. Пока общий, целостный, тотальный фундамент нам в этом помогает. Плюс ко всему, на следующей неделе у нас будут обновленные данные по объему производства в рамках ближневосточного картеля и США. Я обязательно сделаю на них ремарку, но думаю, что нам уже можно продолжать готовиться к тому, что объемы, по крайней мере, со стороны ОПЕК вырастут, потому что, как ни крути, что бы ни говорил ближневосточный картель, для них все равно ключевым посылом и, наверное, ключевой целью остается вытеснить кого-нибудь с рынка, выкинуть с рынка и занять его позицию. А сделать это можно только посредством сохранения тренда, опять, давления на цены и стоимость энергоресурсов, ну и увеличения объемов собственного производства. Поэтому по нефти у нас ничего не меняется, ждем дополнительный новостной фон, поддержку. Если по какой-то причине сегодня Brent снова найдет основание для того, чтобы подняться снова в район там, $35 за баррель, не обращаем внимания на этот локальный выпад, потому что это только спекулятивная игра, на которой далеко не уедешь. У нас по-прежнему медвежий взгляд. И как я отмечал в ходе вчерашнего брифинга, для тех, кто еще рассматривает возможность трейдингом этим активом, до этого был в стороне 32, неплохой уровень, чтобы заскочить в эту сделку. Рубль 76.70. Поскольку вчера мы увидели снова ослабление, там процентов на 5, рубль также девальвируется, потому что здесь высокая степень корреляционной связи. Предлагаю подробнее не останавливаться на перспективах рубля, потому что мы знаем, что все здесь будет зависеть уже от нефти. А поскольку по нефти мы ставим на возможности снова нащупывания новых уровней дна, значит и по рублю мы ждем по-прежнему 80, а потом, соответственно, будет уже ясно, как действовать дальше, поскольку у нас есть возможность в каждодневном формате следить за актуальными цифрами. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Евро здесь лидер, опять же, рынка с точки зрения рисковых инструментов, потому что очередная торговая сессия, безумный прирост, и, по сути, евро продолжает осваивать новый локальный максимум. И пока большинство трейдеров, участников рынка предполагают, что же стало причиной, опять же, такого роста евро и, прежде всего, слабости американской валюты, пытаясь найти оправдание этой динамики в слабой статистике США и, соответственно, смещенных сроков повышения процентной ставки, мы все-таки понимаем то, что причина, скорее всего, сейчас не имеет никакого значения. Потому что если цепляться за фундамент, за какую-то статистику, мы ее вряд ли найдем. Даже несмотря на то, что нам хочется получить реальное подтверждение. Я думаю, что куда более
Определяющим сейчас моментом, как я уже отметил и в ходе прошлого брифинга, является как раз та ключевая сила, которая дала о себе знать, это психология и деятельность маркетмейкеров. Поэтому сейчас нам остается следить за дальнейшим фундаментом, следить за статистикой. В частности, вчерашний день был преимущественно посвящен фундаменту британского происхождения, и трейдерам, которые ориентировались на динамику евро, смотрели и следили за этим активом, у них была возможность сфокусироваться только на пресс-конференции председателя Европейского центрального банка Марио Драги, который в этот раз не расщедрился на какие-то дополнительные словесные заявления относительно возможности изменения денежно-кредитной политики. Но все-таки интересные заявления были. В качестве такового я хочу предложить вам его прямую формулировку, которая сводилась к тому, что промедление с очень важными решениями по изменению денежно-кредитной политики чревато более серьезными и системными рисками, нежели быстрые решения, нежели, скажем, поспешные действия, которые могут быть. И в связи с этим, наверное, между строк также можно прийти к выводу о том, что Драги, может быть, хочет или не хочет того, но мы, так же, как и все, кто следит за евро, постепенно готовимся к возможной, решительности ЕЦБ вот уже на мартовском заседании. Плюс ко всему, Драги в очередной раз сделал акцент на то, что глобальный экономический спад носит свой негативный эффект для еврозоны. Еврозона эти риски дисконтирует. В конечном счете это приводит к уже региональному экономическому спаду. Я думаю, что это и без того было понятно. Сейчас нам самое главное получить статистику того, что это действительно так, потому что нужно опираться на цифры. И ВВП мы сможем отследить уже на следующей неделе. Это Германия, темпы экономического прироста и еврозоны. Я думаю, что статистика будет плохой, но отреагирует ли евро снижением на эти данные? Вот это уже большой вопрос. Поэтому сейчас я все равно предлагаю копить статистику, копить общий новостной фон, фундамент, осознавать и понимать, что потенциал разгрузки и коррекции главного валютного риска существенен, просто нужно подождать. Подождать, пока маркетмейкеры наиграются, достигнуть тех уровней, которые для них являются целевой планкой. Эти значения могут быть в районе 1.15, почему бы и нет. Поэтому не нужно просто сейчас поддаваться этому заблуждению и считать то, что сейчас подаренная возможность, чтобы прокатиться вместе с ними, допустим, до этого самого уровня, который я обозначил. Риски этого могут быть катастрофическими, потому что никто не знает, где этот уровень, который нужен им. И, быть может, в принципе, дальнейшего роста не будет. Евро может просесть и задаться уже вектором понижательного тренда. Поэтому я предлагаю вам идею, как и днем ранее, сейчас пока постоять, покурить в сторонке, вне рынка, потому что у нас есть отложенный ордер, который мы, по сути, готовы будем, точнее, даже не отложенный ордер, мы готовы будем торговать европейской валютой против доллара, как только этот дуэт, тандем валютных активов уйдет ниже поддержки 1.10. До этого я считаю то, что очень рискованно заходить в трейдинг этими инструментами, потому что пока на рынке присутствуют неопределенные рыночные настроения, которые могут, в принципе, колыхнуть пару что вверх, что вниз, ну, практически с одинаковой долей вероятности. Нам нужно поймать сигнал на коррекцию. Я думаю, что мы его сможем поймать, если уж и после сегодняшних non-farm payrolls, то на следующей неделе, может быть, что-то появится интересное. Я об этом, разумеется, сразу же расскажу. Доллар японская иена. Здесь все упирается в то, что доллар слабеет, потому что доллар продолжает активно реагировать очень слабо на те данные, которые были опубликованы на прошлой неделе. Вчера вышел плохой отчет по промпроизводству. Ну, наибольший, конечно же, негатив пришелся со стороны сектора сферы услуг, ISM, потому что индикатор просел третий месяц подряд. Это уже сигнал даже не стагнации, а полноценной рецессии, вследствие чего ФРС снова начал пересматривать сроки повышения процентной ставки. И даже если мы не будем цепляться за какие-то отдельные формулировки представителей ФРС, можно посмотреть на фьючерсы, которые указывают на ожидания рыночные того, когда же будет анонсировано следующее решение. Так вот, согласно фьючерсным контрактам на повышение следующей ставки, 8% это на июнь вероятности, точнее 8% на мартовское заседание, больше 20% на
уходят летние месяцы, и больше 35% это уже конец года. Но пока рынок уже сомневается в том, что у ФРС будут возможности для 3-4 повышений процентной ставки. Мы будем следить за статистикой, потому что понимаем, что ФРС очень чувствительная структура, и они быстро меняют свои решения. Стоит только статистике снова набрать высоту, должную с точки зрения оптимизма, и начать сеять комплименты экономике, как ФРС, тут же меняют свою риторику и начинают говорить о том, что национальная экономика готова к дальнейшим шагам по нормализации денежно-кредитной политики. Сейчас очень важно будет для доллара использовать те предпосылки, которые на рынке появляются для его роста. Если он хочет напомнить рынку о своих амбициях, если у него есть еще, сохранился стержень для роста, если он хочет использовать фундамент, сегодня для этого есть колоссальная возможность, потому что в 16:30 по московскому времени у нас самый важный отчет по состоянию американского рынка труда. Non-farm payrolls. Это число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Это раз. Потом уровень фактически безработицы. И на что я рекомендую обратить куда больше внимания, это данные по росту заработных плат, потому что этот отчет может стать сигналом для роста материального благополучия потребителей США. Если такое увеличивается, значит, могут возникнуть дополнительные потребности в тратах, вырасти впоследствии показатели розничных продаж и потребительской активности. А вы знаете то, что все это в конечном счете приведет к постепенному росту инфляции. А с ростом инфляции мы дождемся того самого решения, которое ожидали еще в конце 2015 года. Поэтому сейчас смотрим, конечно же, на пару USD-иену, ждем поддержки для доллара со стороны национального фундамента. У нас есть снова старый добрый отложенный ордер с уровня 120, где мы снова должны оказаться в рынке и снова метить в район 125. Стоп-лосс в случае, если этот ордер сработает, но учитывая актуальные котировки 116.74, придется, конечно же, очень постараться в ближайшие недели, чтобы добраться до этого значения. Ну и не забывайте о том, что даже по системе уровневого характера и уровнем, которые были обозначены курадой, как раз 115-116, это те самые минимальные значения, которые вроде бы как допустимы, но которые уже лучше избегать, потому что возникают параллельно с пробитием этой поддержки колоссальные риски для конкурентоспособности национальных производителей. Тут же, я уверен, поедет вниз экспорт. Я не думаю, что монетарные власти, да и в принципе правительство Японии, хотят допускать подобного сценария. Поэтому следим также за настроениями, ждем хорошего фундамента для доллара, ждем, чтобы доллар начал карабкаться вверх и на волне потенциального позитива добрался до уровня 120, где мы готовы будем его поднять и попробовать в очередной раз прокатиться до того уровня, которого мы с вами пытаемся добраться вот уже несколько месяцев. Ну, я думаю, что в один прекрасный день музыка будет и на нашей улице, и после 120 пойдет даже еще более высокое значение. Фунт против доллара вчера снова корректировался. Я, в принципе, в этом не сомневался, потому что, в отличие от европейской валюты, он не обладает статусом фондирования. И поддержки с точки зрения фундамента на фоне рыночных опасений и настроений для него нет. Вчера фунт ориентировался на собственный макроэкономический фон. Это действительно было так, потому что вся статистика была посвящена преимущественно ему. И ту динамику, которую мы видели, она полностью была соизмерима с теми комментариями, которые мы слышали от монетарного руководства Банка Англии. Ставку, как вы знаете, оставили на прежнем уровне, 0,5%. Объем выкупа активов, их программа количественного смягчения, также на неизменном значении. Но после этого, когда вышли основные параметры денежной кредитной политики, начались, на мой взгляд, те самые сюрпризы, которые мы с вами ждали. Они негативного характера для фунта и особенно для долгосрочных ожиданий. Банк Англии пересмотрел пересмотрел прогнозы по темпам экономического роста на этот год с 2,5% до 2,2%. На 2017 год также прогноз смещен в нисходящую сторону. 2,7% раньше, 2,4% и сейчас. Банк Англии признал спад заработных плат, что в целом будет впоследствии сказываться на темпах экономического роста через, разумеется, слабые показатели потребительской активности. И что самое важное, после публикации
публикации квартального отчета по инфляции стало ясно то, что достижение целевого параметра в 2% откладывается даже не на конец 2017 года, а уже на 2018 год. И это было подтверждено национальными монетарными властями. Поэтому у нас складывается очень неплохая целостная фундаментальная картина для того, чтобы фунт оставался, в принципе, долгосрочным аутсайдером, особенно если и доллар еще сможет получить поддержку, тогда просто все карты сложатся, чтобы мы по фунту доллару снова добрались до уровня 1.40. Ну а пока я предлагаю использовать идею sell-stop 1.44.90, take profit 1.43, стоп-лосс 1.45.50. Думаю, что сейчас актуальная котировка 1.45.69. Если сегодня доллар будет расти, получит поддержку, мы сможем оказаться и в этой короткой сделке по паре фунт-доллар. Австралиец против доллара. Актуальные котировки 0.7180. Старый отложенный ордер сохраняем в рынке, потому что знаем, что прежде чем продолжать спекулировать на слабости австралийца, нужно все-таки оказаться ниже уровня 0.70. Новозеландская валюта против доллара. Вчера мы подробно говорили об этом тандеме валютных активов. Здесь нам нужно, чтобы пара закрепилась ниже поддержки 0.65. Отложка также остается на старом значении, то есть 0.6395. Доллар против канадца. Вот здесь интересная динамика, поскольку вчера мы видели ослабление нефти, и традиционно это выступает первым, опять же, предвосхищающим фактором слабости канадца, но таковой вчера мы не наблюдали. Актуальная котировка 0.3730. Я по-прежнему говорю о том, что сейчас очень комфортные, привлекательные уровни для долгосрочных покупок, чтобы забраться в паре USDK до уровня 0.45. Тем более, что у нас есть негативные ожидания по нефти, тем более, что на прошлой неделе мы получили очень слабый отчет по промышленному производству, и сегодня, в частности, помимо Non-Farm Payrolls, который будет опубликован на 16.30 по московскому времени, в это же самое время выйдет точно такая же статистика, важная для Канады по ихнему национальному рынку труда. И если вы посмотрите на содержание экономического календаря, прогнозы, они не самые радужные. Я считаю то, что это оправдано, особенно после того спада, который мы наблюдали и в сфере услуг, и в промышленном секторе. Поэтому, если сегодня статистика по Канаде разочарует, а по доллару, напротив, поддержит национальный рынок труда американский. Добавим к этому еще негатив, связанный с коррекцией цен на нефть, и получится то, что USDK действительно сможет довольствоваться уже стимулом внутри сегодняшней торговой сессии. И на следующей неделе мы можем возобновить восстановительное движение и нацелиться на тот рубеж, который я обозначил. Пару слов еще хотел сказать про швейцарца. USD Swiss на текущий момент 0.9943, также прекрасные значения, чтобы занимать длинную позицию по паре USD против франка. Почему? Потому что после того, как мы увидели пробитие паритетного значения, снова выступил Национальный банк Швейцарии с такими словесными пока интервенциями о том, что они готовы дополнительно поддерживать экономику через смягчение экономического режима. И вы помните то, что это уже не первое заявление со стороны Национального банка Швейцарии, такое ощущение, что они хотят подготовить трейдеров к тому, что решение может быть очень внезапным. И, может быть, испытывая какую-то ответственность за когда-то внезапно принятое решение по отмене привязки по паре евро-свиси, они не хотят, чтобы трейдеры снова несли такие катастрофические потери. Ну, спасибо им, конечно же, за такую подготовку. Мы знаем то, что Национальный банк Швейцарии прежде всего заинтересован в том, чтобы ослабить курс национальной валюты, тем более из-за ихних показателей по экспорту. В ближайшее время, кстати, может быть, даже на следующей неделе, я смогу предложить вам актуальные цифры по торговому балансу. Но уверен, там будет снова спад этого показателя. В общем, по швейцарцу. Понимаем то, что рост сейчас связан только из-за ухудшения рыночных настроений. Настроения быстро меняются, и тем более, что Национальный банк Швейцарии действительно может, как на снег на голову, прогреметь реально таким решением, как внезапная интервенция. И нужно, чтобы в этот момент мы, конечно же, были в рынке, потому что рост будет существенным. Я считаю то, что значение ниже паритета – прекрасная возможность для долгосрочной сделки на покупку пары USD-Swiss. Эту возможность упускать не нужно. Еще раз резюмируем. Сегодня важные отчеты – это Non-Farm Payrolls, состояние американского рынка труда, уровень безработицы и максимум внимания на динамику заработных плат. Также аналогичный отчет по состоянию рынка труда только уже Канады в 16.30 по московскому времени. В 10.00
00 выйдут производственные заказы Германии, но я думаю, что на фоне тех релизов, которые будут позже, рынок, скорее всего, на эту статистику даже не обратит никакого внимания. Ну и, как и обещал, бонус сегодня 15%, действует он до понедельника, у вас есть прекрасная возможность, чтобы повысить покупательскую способность депозитов сегодня, на выходных, а что касается кодового слова, которое дает доступ к этому бонусу, это «Прогресса». На этом все. Если есть вопросы, знайте, что их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube, либо использовать для этого форум Amarkets. С радостью на них отвечу. Увидимся в понедельник на брифинге, ну и, конечно же, на нашем традиционном вебинаре. Всего доброго, до свидания.